Детектив Насонов ехал на встречу с клиентом, когда дорогу ему перегородила машина скорой помощи. Мама, мама, ты все не так поняла, мама! Уйди, оставь мать в покое! Ну, я поехал. Езжай, Кирюш, езжай, мы с тобой дома поговорим. Оксана, да что же это? Ну почему вы мне не верите? Да как нам тебе верить-то? Ведь ты же как была гулящая, так гулящая осталась. И тогда всем жизнь всю испортила. Мать, посмотри, до приступа довела. Неправда! Что неправда? Что? Я сама, кажется, все видела. Еще хватает ей наглости мне врать прям в лицо. Да лучше мужа своего расспроси. Что? Да как ты вообще смеешь? Как? Ты вообще мне больше не сестра, поняла? Чтоб ко мне на пушечный выстрел. Все. Вам плохо? Как жить на белом свете? Как? А что случилось? Да, дело семейное. Ну, семейные дела как раз наш профиль. Профиль? Вы психолог? Нет, я частный детектив. Ну, пойдемте, на скамеечке там поговорим. Займитесь моим делом. Я ни в чем не виновата. Пожалуйста, помогите мне. Так расскажите. Я договорилась с Кириллом. Ну, вы его только что видели. Это муж моей сестры. Что он придет ко мне, наклеит плитку, которая отвалилась в ванной. Да ты что, Кирилл? Да люблю я тебя. Неужели не догадывалась? Да что тут догадываться, ты Оксанкин муж. Да что ты знаешь про Оксанку? Не надоела она мне. Да? А как же та девушка в кафе? Яркая такая брюнетка. Я вас видела 3 дня назад. Так что я все знаю. Кто еще видел? Пока никто. Это бизнес, ничего ты не понимаешь, а? За какой бизнес, за дуру меня держишь? Вероника! Что здесь происходит? Так, это так ты здесь плитку кладешь, да? Оксана, ты все не так поняла. Да что тут непонятного? Мама! Мамочка! У меня ничего нет с Кириллом, мамочка! Да ты тварь бесстыжая, слышишь? Тебе мало чужих мужиков, мало, да? Мама, да твой Кирилл сам ко мне полез! Чтобы я не рассказала, как он все Вибель в кафе миловал! Ты что ты врешь? Что ты врешь? Мама! А зачем приходили мать с Оксаной? Я не знаю. Я спрашивала у Оксаны, но она со мной разговаривать не захотела. Вы понимаете, мне очень важно доказать им, что я не виновата. Ну, мы попробуем разобраться. Ольга ждала своего шефа в офисе. Насонов поручил ей проанализировать звонки с мобильного телефона Кирилла, и информация была уже собрана. Кирилл очень часто звонил некой Елене Карповой. Так, а что это за Карпова? 29 лет, по образованию экономист, работает в налоговой инспекции. Ну, может, он ей по делу звонил? Ну, может, все начиналось именно так, а закончилось романтическими отношениями. Но о чем можно столько разговаривать с человеком, который работает в налоговой? Хотя последние 3 дня полный штиль. Может, они поссорились? А может быть, он просто сдал отчетность налоговую? А о Кирилле что мы знаем? 35 лет, 6 лет в браке, 5 лет дочери. Работает управляющим в магазине мотоциклов. Директором этого магазина является его жена. Угу. А Рома за ним наблюдает? Да, сразу как мы позвонили, мы установили его место работы, и Рома отправился туда. Ну, молодцы. Фотография Елены есть? Да, я нашла ее в социальной сети. Вот она. Насонов показал фотографию Елены Вероники. Та решила немедленно встретиться с сестрой. Только у меня к вам будет просьба. Наденьте этот клон. Здесь встроенная камера. Вы же не против, если я услышу ваш разговор с сестрой? Ну, что тебе? Оксана, мне поговорить.
Вот, смотри. Это Ленка Карпова. А что? Кстати, откуда это у тебя? Неважно. Я Кирилл с ней в кафе видела. Ты знаешь, как он ее ручки целовал, глаза смотрел? Да ты дура, что ли, совсем? Ленка Карпова – это наш бухгалтер, поняла? Она нам помогает от налогов уходить. Все. Подожди, а ты что себе придумала? Ты хочешь отмазаться, да? Да, да, ты хочешь чистенько прикинуться. А у тебя не выйдет ничего, поняла? Не выйдет. Все, давай, вали отсюда, вали. Все. Нет, вы видели? За шею вытолкала. Я же вас предупреждал. Послушайте, а может, вы ошибаетесь? Вы что, меня тоже за дуру держите? Ну ладно, семья. Они давно уже так на меня смотрят. А почему? Ну как же. У нас все с образованием. Папа покойно был профессором в универе. Мама доктор наук. Дед вообще был маршал. Одна я без образования. Вот они меня этим и клюют. Ну вы не волнуйтесь, мы же продолжаем работать. На следующий день детективы подвели первые итоги расследования. Никаких компрометирующих фактов на Кирилла найти не удалось. По адресу Елены Карповой никого не оказалось, ее домашний телефон молчал. Насонов решил позвонить Елене на работу. Так, налоговая. Алло, это налоговая? Будьте добры, Карпову Елену Анатольевну. А, вот она что. Ну, извините, спасибо. Что случилось? Улетела позавчера в Египет, будет через 5 дней. Значит, ждем 5 дней и продолжаем следить за этой парочкой? Да нет, кое-что мы можем сделать уже сейчас. Надо найти турагентство, где она приобретала этот тур, и выяснить все подробности, с кем она улетела, каким рейсом возвращается. Здравствуйте, мы волонтеры из добровольного общества помощи россиянам, пропавшим без вести в Египте. У нас пропали 4 россиян, и их родственники обратились к нам. Между прочим, всем турагентствам было разослано указание данное направление не предлагать. Указание? Когда? Его же отменили. Давайте мы не будем терять времени, нам еще нужно 5 агентств обойти. Нам нужны вот эти люди: Зацепляев, Семилютин, Каретников и Карпова. Я что-то таких не помню. Сейчас, секунду. Вот. Карпова Елена Анатольевна. Она? Да. Посмотрите. Смотри, ну что скажешь? Алексей Викторович, у нас новость. Дело можно закрывать. И что это за новость такая? Никакая Елена не любовница. Ей путевку знаете, кто купил? Сама Оксана, я даже корешок квитанции видела. Ваша Вероника спит с Кириллом. И решил нас использовать, чтобы мы ей алиби подобрали. Так, стоп. Выводы буду делать я, а вы слушайте, что надо сделать. Вероника, привет. Привет, мне надо поговорить с тобой, очень важно. На следующий день Роман по поручению Насонова продолжил наблюдение за Кириллом. Алло, Алексей Викторович. Ну, Оля была права. Кирилл встретился с Вероникой, и они пошли к ней. Понял, жду. Ну что, Кирилл еще там? Да. А вон, смотрите, кажется, он выходит. Давай тогда за ним, а я к Веронике. Мимо приезжал, решил заехать. Правда, не был уверен, что вас застану. А я сегодня в ночную смену. Ну, проходите, я сейчас чайку заварю, хорошо? Насонов поставил в квартире Вероники скрытую камеру. Представляете, а ко мне сегодня Кирилл заходил. Согласились у вас дома поговорить? Ну да.
А он, представляете, денег взаймы стал просить. Вот нахал. Деньги у вас? Он же магазином заведует, что у него денег нет? Ага, мотоциклами торгует. Он на них помешан. Только Оксана все у него до копеечки отбирает. Кирилл раньше часто у меня занимал, а его всегда выручала. А в этот раз вы ему дали деньги? Не подумала. Пусть сначала матери моей Оксане объяснит, что на него нашло. Вероника, мы установили, что это Оксана оплатила отдых Елене за границей. А любовница мужей отдых на курорте не оплачивает. Вы согласны? Согласна. Оксана Щетинина застала свою сестру Веронику в постели с собственным мужем Кириллом. Мать сестер слегла с сердечным приступом на нервной почве. Вероника утверждает, что не виновата. Кирилл действительно часто звонил молодой женщине, но это не Вероника, а некая Елена. Но Елена отдыхает в Египте, и путевку ей оплатила сама Оксана. Кирилл собрался разводиться. Сегодня написал заявление в районный суд и интересовался сроками рассмотрения. Понятно. А у тебя как? Однокурсники Вероники рассказали, что у нее на третьем курсе случился роман с преподавателем. Да такой, что обоих крышу снесло. А преподаватель был женат? Да. Вероника забеременела и решила рожать. Он собрался разводиться. Но самое ужасное, что он был другом ее отца, они дружили с семьями. Представляете, скандал благородных семейств. Ну, в общем, препод так и не развелся. Вероника родила, ушла из института, а ребенка отец, естественно, не признал. Во-во. То есть вы понимаете, ей не впервые мужа из семьи уводить. Она и нас обманывает. Может, это из-за нее Кирилл разводится? Да подождите вы, подождите. Что у нее так все взъелись? Может, мы видим только верхушку айсберга? То есть мы продолжаем работать? Да, и по крайней мере до тех пор, пока не вернется Елена. Вот что, Оль, ты поставь камеру в квартире Щетининых, посмотрим, что у них там в семье происходит, а ты наблюдай за квартирой Вероники. Простите за беспокойство. Мэри собирает сведения о детях дошкольного возраста, которые нуждаются в детских садах. Это не займет много времени. Назовите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество вашего ребенка и возраст. Щетинина Надежда Кирилловна, 5 лет. Ой, у вас случайно не будет ручки или карандаша, а то... Господи, как вы работаете вообще? Сейчас. Ольге удалось поставить в квартире Щетининых скрытую камеру. Возьмите. Спасибо, извините. Итак, следующий вопрос. Роман тем временем дежурил во дворе Вероники и наблюдал за ее квартирой. Алексей Викторович, Кирилл только что зашел в квартиру Вероники, а самой ее дома нет. Вот оно что, ну значит, она дала ему ключи. Ничего не понимаю. Теперь он выходит. Ладно, давай за ним, я поговорю с Вероникой. Скажите, а вы Кириллу ключи давали? Нет. У мамы есть мои ключи. Может быть, это они и есть? Понятно. Тогда надо проверять деньги и ценности. Вы думаете, Кирилл? Ну, если вы ключи ему не давали, роман у вас, как вы говорите, нет. Тогда зачем он приходил? Деньги на месте. Кольца нет. Наше старинное фамильное кольцо исчезло. Роман продолжал слежку. Кирилл вернулся к себе домой. Алло, Петр Александрович? Здравствуйте. Это я, узнали? Да, ну, я по поводу мамы. Помните, да, мы говорили? А вы можете завтра? Ну, врачи сказали, что уже пора. Ну, нет, почему? Она сохранна, но... В 5. Ага, хорошо, спасибо. Ну, до завтра. До свидания. Алло, Алексей Викторович. Знаете, сдается мне, Оксана на завтрак матери в больницу нотариуса пригласила. Пусть Оля установит номер, на который звонила Оксана, и убедится, что это действительно нотариус. Давай.
Вероника, а какая собственность записана на вашу маму? Две квартиры и дачу 40 соток. Половина должна была быть моей. До той ссоры. Да, но это достаточно серьезно. Ради этого любую игру можно начать. Что вы имеете в виду? Я пока не буду говорить, просто боюсь ошибиться. А мне что делать? Ничего. И про кольцо никому ничего не говорите. Я думаю, скоро все выяснится. Через 5 дней. Хорошо. Ну что, встречаем Елену из Египта. Я думаю, сегодня мы с этим делом закончим. Вы думаете, он прямо сегодня подарит ей кольцо и сделает предложение? Какое кольцо? Которое украл? Да нет. То, которое он украл, он уже продал в ломбарде. А на вырученные деньги купил новое кольцо. Вопрос только для кого уж, явно не для Вероники. Ну и не для жены. Хотя у нее позавчера был день рождения. Значит так, Ром, ты со мной в аэропорт, а ты оставайся здесь, будь на связи. Хорошо. Прошу. Спасибо. Ну да. Сейчас эти чемоданчики достану. Насонов оказался прав. Кирилл встретил Елену в аэропорту и отвез ее домой. Детективы продолжали наблюдение. Ну все, целую, я пойду. Как, ты даже меня не приглашаешь? Кирюш, ну не сегодня, я так устала. Это болтанка, еда ужасная, рейс задержали. И вообще тяжелый перелет был. Я так тебя ждал, так готовился к этому. Дурачок, ну к чему ты готовился? Подожди. Вот, держи. Я не могу долго ждать. Выходи за меня замуж. Симпатичная. Так, а вот и кольцо. Спасибо. Но мне надо подумать. Как подумать? Разве у нас еще не все решено? Ну, должна же девушка немного поломаться. Ну все, пока не провожай, я пойду. Ну что, похоже, Вероника права. У Елены и Кирилла действительно роман. А у нас доказательства. А у Кирилла намерения серьезные. Да, только у Елены, по-моему, нет. Я думаю, сейчас начнется самое интересное. Давай, доставай ноутбук и подключай квартиру Щетинина. Алло. Ну, привет, подружка. Давай, рассказывай, как отдохнула. Да ты что, даже встретил? Ой, молодец какой. Ну, что? Кольцо? Подожди, откуда он деньги-то взял? А, нет, 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 стой, подожди, стой, мы с тобой так не договаривались. Я же тебе поездку-то оплатила. Да, да, ну потерпи еще немножко, ну что, ну, да какой жених, ну. Ладно, хорошо, все, все. Сколько? А, ну хорошо, давай, приходи в 2. Он будет как раз на работе. Да, давай, пока. Шалава. Жених там у нее, а? Коза. Ну вот, теперь ты все понял? Честно говоря, не все. Я понял только то, что Елена просит еще денег. Правильно понял, поэтому... Дуй за Вероникой и к 2 часам подвози ее к дому Кирилла, а я туда Кирилла подвезу. Насонов сумел найти аргументы, которые заставили Кирилла Щетинина поехать с детективом к месту ожидаемой развязки. Мы подъехали к моему дому. Ну да, сейчас 2, я думаю, как раз вовремя. Вот. И теперь смотри. Это моя квартира. А кто вам вообще разрешил, а? Да я вас засужу за вмешательство в личную жизнь. Как там это называется? Я думаю, ты не только со мной судиться не будешь. Ты мне еще купишь бутылку коньяка. Французскую. Хорошо выглядишь, подружка. Давай рассказывай, как отдохнула. Ой, вот честно, Оксана, вот не могу больше. Петька и так ревнивая. Тут я одна съездила в Египет. Просто рвет и мечет, рвет и мечет. Ну, потерпи чуть-чуть. Слушай, ну осталось, ну, совсем немного. Счет на дни идет. Тем более, я тебя не за просто так прошу.
Спасибо. Это про какого Петьку она говорит? А это ее жених. Как жених? Какой жених? И ты тут сволочь. Отдавай кольцо. Да подожди ты. Вы можете ей объяснить? Ну, пока все в сборе, я предлагаю подняться в квартиру и там спокойно все обсудить. Тебе же, наверное, тоже интересно, за что твоя жена дала такую крупную сумму Елене. Ну, конечно, скорее. Алексей Викторович, а давайте я вас здесь подожду. Веронику Орлову обвиняют в связи с мужем родной сестры. Вероника утверждает, что не виновата. Кирилл действительно ухаживает за молодой женщиной, но это не Вероника, а Елена Карпова. Выясняется, что жена Кирилла почему-то оплатила Елене отдых в Египте. Кирилл при этом подал на развод и готов сделать Елене предложение. А ты как здесь? У меня пока что есть ключи от этой квартиры. А вот ты как здесь? И что за Петька у тебя в женихах, а? Какие деньги ты взяла у моей жены? Кирилл, я тебе все объясню. Это за баланс. Не делай из меня идиота, а? За баланс уже давно получила. Я объясню, что это за деньги. Это Оксана дала Лене деньги, чтобы она изобразила любовь к вам. А вы вообще кто такой? Это частный детектив, я его нанял. Понятно? Кирилл, я могу предположить, что пока вы с Леной составляли балансы, вы в нее влюбились. Да, так и есть. Не смотри на меня так, а? Я тебе уже честно во всем признался. Ты че? Оксан, мне нужно тебе кое-что сказать. Только я не знаю, как. Так. Сделка провалилась. Или, может, ты влюбился? Да. Влюбился. И очень. И что? Хочу жениться. Ты не волнуйся, я все имущество оставлю тебе, и квартиру, и машину. Только отдай мне магазин. Эту трущобу ты называешь квартирой? А вот это, по-твоему, имущество? Да ты с ума сошел! А на что мы с дочерью жить будем? Да нет, даже думать забудь, да ты что? Оксана, да ты неправильно меня понимаешь. Я еще даже не спросил, кто эта тварь. Зачем ты так говоришь? Ты знаешь ее, это Лена. Карпова? Удружила, нечего сказать. Так, и что, она тебя любит? Не знаю, надеюсь. Я тебе первый во всем рассказал. Я хочу сначала с тобой договориться, понимаешь? Отдай мне магазин. Ну ты же не любишь мотоциклы. Да, мотоциклы я не люблю. Но мотоциклы приносят деньги. А вот деньги я очень люблю. Тем более, если у вас там любовь, пожалуйста, начинайте все с нуля. Ксюш. Или любовь, или магазин. Выбирай. Я понял, что все пропало. А на следующий вечер вдруг Оксанка мне предложила приударить за Вероникой. Да так, чтобы мать застукала нас в кровати. Расчет был прост. Изольда Тихоновна верно лишит Веронику наследства. Тогда все наследство достанется Оксане, а плата за подлость в магазин, правильно? Верно. Я люблю Елену, и поэтому согласился. Ну, ты же Оксана все придумала, и как мужа в семье оставить, и как все наследство получить. И она стала платить Лене, чтобы она изображала любовь к тебе. Да? Да. Идиот. Твари, а? Какие твари, а? Да я и сам хорош. Я, пожалуй, тоже пойду. Вероника, еще не поздно съездить в больницу к вашей маме и успеть до подписания завещания. Я все подтвержу. Нет, маме я ничего не буду говорить. Пусть она думает, что у нее только одна плохая дочь. Мать поделила наследство между сестрами поровну. Кирилл получил за кражу 3 года условно, развелся с Оксаной и судится с ней из-за бизнеса. Елена вышла замуж.